Ярославлю исполняется 1009 годиков, и поэтому мы поднимаем бокал детского шампанского. Отходи, сейчас попахнет. Давайте же узнаем, что желают ярославцы своему городу. Развитие хорошей инфраструктуры, новых дорог, которые будут соединять районы, которые никак не соединены, и побольше вложений в архитектуру города. Чтобы сюда было удобнее добираться. Поздравляю, да, наш замечательный город с днем рождения. И желаю, чтобы он и дальше процветал и развивался. Ты бы хотел поздравить Ярославль? Нет, честно, нет. Сколько лет исполняется Ярославлю, как вы думаете? Ой, даже не знаю. Я сам, да. Тысячелетие. Тысячелетие, наверное, скорее всего. Да. Я могу дать подсказку. 1009 лет. О. Да. Большой. Процветание, удачи ему. И чтобы люди, окружающий мир не засоряли. Развиваться, чтобы привлекать туристов. Ну, хотелось бы больше парков, больше для молодежи каких-то пространств, чтобы было где время провести свободно. Сейчас кого-нибудь напою. Три слова, которые приходят вам в голову вот при виде Ярославля. Очень красиво. Самый красивый город, мне кажется. Вот можно сказать, вот вообще хочется очень, чтобы для детей делали больше. Элементарно погулять в парке, не оборудовано. Вот хочется сказать хорошего, да, но получается сказать плохое, да. Ну, с днем рождения, Ярослав. Ну, желаю здравствовать и расцветать. Чтобы дороги хоть сделали в Ярославле хорошие, чтобы не писали на машинах «Город без дорог, Ярославль». С днем рождения, Ярославль! Ура! Ура! Дорогой мой, прекрасный, любимый, потрясающий Ярославль, желаю расти и процветать, оставаться таким же красивым и замечательным. Вот, не терять свой исторический облик, но и идти в ногу со временем. Наверное, это самое главное. Оставаться собой и двигаться дальше. Дзынь! Дзынь! С днем рождения! У-у-у!